замерзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бленные иуды. Что? No problem, говорю, it's okay. У вас вопросы, может, какие интересные. Ты что, по-русски не умеешь, что ли? Ну, я ж тобой по-русски говорю. It's okay, по-русски. Ну, это вставка такая, дежурная, она по-английски вставляется. Не, ну, ты, может быть, там, я не знаю, в Англии, там, в Америке где-то. Ну, может быть, да, но не важно. Я тоже ни разу не был. Так, а ты сам откуда? Ну, я тем же не менее умею разговаривать. А ты сам? Если я умею, то я говорю без акцента. Ну, я тоже без акцента говорю. Ты сам где живешь? Так нахер ты вставляешь туда слова? Привычка. Я в Германии живу 20 лет. Ну, я понял. Какой город? Гохот. Ясно. А приехал откуда? С Казахстана? Так есть. Ну, я понял, да. Ладно, у тебя на какие темы беседуешь? Может, вопросы у тебя интересные есть? А ты с Америки, да? Ну, с континента Америка, да. Ты еврей? Нет. Шалом, брат. Я не еврей. Я еврей. Я еврей. Ты больше похож на среднеазиата. Наполовину. Да нет, он бухает себе. Лишь нос сломанный. Ну ладно, ладно. Шуми, блядь, пиздец. Ну чуть-чуть. И здесь, на этом перекрестке. Ничего не случилось. У тебя что-то случилось? Заедает твоя музыка. В каком смысле что-то случилось? Подожди, моя музыка? Да. Ну, это может интернет просто зависал. Ну, не важно, сейчас нормально. А ты откуда будешь сам? Санкт-Петербург. Откуда? Санкт-Петербург. А, понятно. А чё ж ставишь эти самые укропесни? Нравится, что ли, тебе? Или троллишь так? Ну, так пидорасов ищу по этим песням. А, понятно. У тебя вопросы какие-нибудь есть интересные? Насчёт укропидоров? Да нет. Да нет, насчёт не обязательно. Если хочешь, заходи на мой канал. Я там сам троллить люблю укроп. Будешь заходить, дам название? Ну, скиньте, конечно. И здесь, на этом перекрестке. Где живете? Откуда вы? Планета Земля. Ну, а город какой на планете Земля? Город Великий Новгород. Ну, это уже конкретно. Может, у вас вопросы интересные есть, на какие темы беседуете? Я понял, вы отличный собеседник, интересный. А по какому конкретно вопросу я могу к вам обратиться? По какой конкретно линии? Ну, профессиональные беседы по кинетике гетерогенных процессов или гомогенных. Не, ну это слишком сложно. А если вы до более, так кстати, простые темы, заходите на мой канал, кстати говоря. У меня тематика история, железная дорога, футбол позднесоветский. А как канал называется? Сейчас я вам напишу, чтобы не ошиблись. Заходите, подписывайтесь. Зайду обязательно. А где вы находитесь территориально? Я нахожусь в Торонто территориально. Ой, сейчас. Где? В Канаде. Канаде? Скажите-ка вы мне, а как там вообще зима? Ну, вот... Вот, скопируйте название. Скопируйте название сначала, потом я вам расскажу. Я внизу написал название канала. Русскую часть названия. Вставите в поиск Ютуба и найдете. Ага. Видите, написано внизу? Обязательно.
Да-да, я вижу, обязательно зима. Зайду. Зима. Скажите мне, как там в Канаде, морозная ли зима или слякотная все-таки? Нет, бывает морозная, но хуже, чем в России, по крайней мере, на вашей широте. Такого, чтоб мороз и солнце, бывает редко. Когда мороз, ветер, когда солнце, вот теперь. Влажность капает. Повышенная, правильно? Ну да, да. Понятно. Ох, как там вообще с нормами жизни? Ну, в плане налоги, цены на коммуналку, на провизию. Ну вот, как раз вы в точку спрашиваете, это же лучше посмотреть видео. Я вам заходите на канал с главной страницы, шопинг Торонто найдете, и смотрите цены. Я там снимал, шопинг во время коронавируса называется. Все посмотрите. Я понял. Скопировали название канала? Да-да, уже. Все. А вы давно занимаетесь этим блогерством? Ну, блогерством я занимаюсь вообще там давно, больше 10 лет. Но именно вот в чат-рулетке я занимаюсь 2 года где-то. Диалогерством 2 года. А раньше просто видео выставлял различные. Я понял. А супруга есть, если у вас... Вы же под запись идете, есть. Наличный вопрос, это не интересно никому. Супруги, любовницы, это все будет. Нет, это интересно, мы с вами в рулетке общаемся. Здесь да. Именно личный диалог. Нет, я ж под запись. Мы не под запись пришли. Я ж под запись беру еще для канала. Так что давайте, заходите на канал, жду вас на канале. Жду вас на канале, смотрите ролики. Всего доброго. И здесь на этом перекрестке. Еще интересный факт я тебе расскажу. Смотри, по поводу Штатов и Канады. У вас имперская, у вас старая британская имперская система, то есть все кроме алкоголя, да? Ну, галлоны, мили. А вот алкоголь у вас меряется в литрах. Если это замечательно. В литрах. А в Канаде абсолютно наоборот. Все, кроме алкоголя, метрическая система. А алкоголь в старой британской. То есть у нас нет такого, чтобы пошел, купил 1 литр коньяку. У нас будет 1,14 литра. То есть 8 этих самых. Или там будет, соответственно, ну, в этих, в английских мерах, в старых. То есть алкоголь у вас в метрических, а у нас в старых, в английских. А все остальное, наоборот. Вот прикольно. Так прикольно. Ладно, давай успех. Давайте, здоровья тебе. Да, заходи на канал, жду. И здесь, на этом перекрестке. Нет, нихуя, второй раз. Ну, русский, а ты кто? Украин, понятно. Ну, конечно, непонятно. Вот сказал я, теперь я понял. Откуда же это может быть понятно? На буте они написаны. Ты откуда? С какого города? Чернигов. А. Ну окей. Вопросы, может, у тебя какие интересные есть? Да не, может, вы зададите. А. Ну давай, я задам. Как относишься к децентрализации в Украине? Негативно. А? Негативно. Почему? Вроде вы здесь вообще видели БНДР каких-то националистов. Где вы их тут увидели? При чем тут БНДР и националисты? Я тебе говорю о децентрализации. Ты хоть слышишь, что я тебе говорю или нет? Или ты просто не вырубаешься? Это что такое? А, ну вот. А при чем тут Бандера и националисты? Ну, вы ж пришли защищать нас от Бандеры. Кто вы-то? У меня русские. Не русские, а россияне тогда. У меня Россия под VPN, успокойся. Да мне что россияне, что русские по одному месту. Ну так ты в терминах путаешься просто. Если они развалили половину моего города, то они вообще, блядь, хуета по. Так что мне похуй, русские или россияне.
Ну понятно. Когда как раз когда, когда не развалили, должно быть похую. А когда развалили, тогда важно, кто развалил. Ну ладно. Это. Да, когда вы авиационные бомбы, блядь, 4000-е, блядь, скидываете, блядь. Так это нормально, блядь. Националистов, блядь, вы ебашите, да, блядь, сука, пидор, ебаный. Ты что, не понял, что я тебе сказал, что у меня Россия, я не из России, у меня Россия под VPN. Или ты лошок так не поймешь ни хера. Ну ладно. Давай, еще вопросы есть какие-нибудь? Откуда вы, дядь? Торонто, слышал? Слышал, да. Ну хоть это слышал, и то хлеб. Так а за кого топите-то? За Торонто Maple Leafs. Будем молодец. Кто? Путин молодец? Не, он мне должен 100 баксов, это у меня такой одноклассник был. Проиграл в преферанс, ну по-честному скажу, не 100, а 94 с полтиной. И 25 лет не отдает. И здесь на этом перекрестке. Откуда? Торонто, слыхали? Россия? Ну, я, город Торонто, не слыхали, ладно. Вы откуда? Ну, Россия или нет? Вы что, географию в школе не учили? Блять. Пошел нахуй, я тебя забою. Идиот, я из Канады. Эхо большое, микрофон настрой. За себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Он говорит, почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один ящик в соседней стране, 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Соединенные Штаты Америки. Это федерация? Да. Вот смысл сантира. Мы повернемся там, где завтра. Ты черный жопа, мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Демократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Голытьбу всяку прочую. За станицы родные, за луга, за ливные, да за царскую вотчину. Рокоссовский был. Мы сделали украинским угодом вечером. Не даясь. Да, да. Украина, которая создана. Группа кривичка. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад. У нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам. Под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! На
давай.